Я вернулась. Пошли дальше разбирать инструменты if action. Так, они говорят, что я просто так могу рисовать все в режиме 2D-платформера в воздухе. Ну, это везде можно. Получается, рабочее пространство у нас перемещается посредством правой кнопки мыши. То есть посредством правой кнопки мыши мы, получается, можем это все листать. Прокрутка, ребята. Нет? Нет. Окей. Зажим. Нет, нет. Хорошо. Вот так тоже нет. Перематываем. Я никогда не думала, что у меня возникнет вопрос, как же мне все это мотать. Вот он берет карандаш, рисует блоки. Переводит мышку сюда, вот, к краю экрана. Может быть, нам это на колесо надо делать? Потому что это очень неочевидно. На правую кнопку мыши это не работает. На колесико тоже не работает. На левую? На левую тоже не. Попробуем на обычном блоке. Нет. Select. Нет. Допустим. Мне не слышно звук, какое оригинальное английское слово было использовано. Пробел. Через пробел. Я могу это делать. Да, я могу это делать через пробел. С помощью карандаша. Я не могу это с помощью инструмента выбора, похоже, даже делать. Нет. То есть у меня это появилось. А как мне экран мой подвинуть? Ребята. Как вы видите, я таскаю. То есть перетащить имеется в виду не мышью. А чем? Если не мышью. Очень понятно. О, очень, очень, очень. Ди. Если это туториал для начинающих, значит моя сцена должна бесконечно продолжаться. Тут не проблема не в том, что у нас не хватает блоков. Pencil, блок. Здесь у нас колесо прокрутки. Так и не говорите, что мне надо зажимать пробел и использовать мышь.
когда я думала, что это у меня не на главном экране, простите, пожалуйста. Увеличить не вышло. Так, не вышло, хорошо. При увеличении у нас здесь ничего нету. Мы поставили блок. Возможно, нам надо как-то расширить границы сцены. Нет. Ладно. Мы можем копировать вид размещения тех или иных предметов на главном экране. Ну, допустим, мы хотим, чтобы у меня было много этих чуваков. Copy. Я пользуюсь правым шифтом, чтобы это делать. То есть при использовании правого шифта мы получается выделяем, как собственно в фотошопе, вот, и в многих других программах мы можем с помощью шифта это делать. С помощью шифта мы не можем удалять массивы предметов на карте. Я пойду уточню такой вопрос, как мне, собственно, в этой программе пользоваться параллаксом, прокрутка экрана и так далее. Потом вернусь, потому что не очевидно из туториала, они считают, что это очевидно.